В хирургическом отделении Химкинской областной больницы уже в ближайшее время откроют дополнительную операционную. Стало это возможным благодаря помощи Мособлдумы. Медучреждению вручили денежный сертификат. На эти средства закупили новейшее оборудование, которое позволит проводить сложнейшие экстренные и плановые операции. Сделано это для того, чтобы увеличить количество операций, которые бы мы могли делать, и плановые, и экстренные, и оказывать незамедлительную помощь всем поступающим с острой или экстренной патологией. Это операционная 7-я по счету. Если раньше в клинике приходилось двигать или переносить плановые операции при поступлении пациента на экстренную, то отныне этого делать не придется. Более того, значительно улучшает качество самих операций. Уже сейчас здесь установили операционный стол, наркозно-дыхательный аппарат, эндоскопическую стойку, лазерный анализатор. А лапароскопическое оборудование позволит вставать пациентам на ноги уже через пару часов. Это дает нам возможность выполнения лапароскопических операций по экстренным показаниям. То есть мы практически 100% аппендицитов делаем лапароскопически, в том числе и тяжелые, перфоративные, гангренозные аппендициты. То есть без больших разрезов, все проколами. И это облегчает послеоперационный период. Ну, в принципе, это современно. Более того, новейшее оборудование позволит химкинским врачам расширить спектр услуг. В этом убедилась и Татьяна Цветкова. Она поступила в клинику из Истры. Операция прошла замечательно. Я в этот день прям уже встала. И вот сегодня еще нет суток, я уже хожу. Развитие медицины, становление ее на качественно новый уровень – таких целей добиваются региональные власти. Уже в этом году по линии Минздрава в Химке должны поступить новые флюорографы, маммографы, рентгенаппараты, УЗИ и скрининги. Всего на закупку нового оборудования выделили порядка 176 миллионов рублей. Все это позволит жителям получать помощь оперативно и не выезжая за пределы округа.